Resident Evil 4. Итак, ну что ж, всем привет, с вами я снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение от Михаила не только», это у нас продолжение прохождения игры Resident Evil 4. Ее серия по номерам уже будет 10, в котором проходим главу 3-4. Так, в общем, у нас Луис Сера умер в прошлой серии, они заплатят за твою смерть, обещаю. Ну да, мы, в общем-то, с Адлером побьемся за это. В общем, у нас нужно будет спасти будет эту Эшли из плена. Она как раз внизу находится. Наверное, будет, в общем-то, слышно. Как она там пытается зазвать на помощь, в общем-то, как-то освободиться. Так, это потом как раз туда пойдем, по-моему, в эту дверь. Нам пока нужно будет помочь Эшли. Не знаю, может, попробуйте, в общем-то, это сделать при помощи пистолета. Так, перезаряжусь-ка. Чё у нас там патроны-то? Так-то я, по-моему, в основном все виды оружия лишнее выкинул. Остался только снайперский винтовку, дробовик, пистолет, ну и гранатомет. На всякий случай, это так, лишь на крайний случай, там, когда его нужно применить будет, тогда, в общем-то, мы его применим. Так, граната. Надо будет поместить, думаю, сюда. Чтобы это было все по порядку располагалось. Так, аптечки. Так, аптечки. И сюда. Куда ты его положил? Прям вот. Нет, не так. Нет, не то. Не то. Патрончики. Так, сложить лучше будет. Чтобы все по порядку было. Сейчас мы с снайперским винтовком воспользуемся. Потому что, не знаю, пистолетом попасть, конечно, такое расстояние, наверное, не знаю, попробовать можно будет. Так, ТМП вообще выкинуть надо. Да, выбросить. Не нужен нам патрон, ТП, не будем эти патроны, тем ТМП пользоваться, будем делать более-менее хардкорное прохождение, стараться. Так, вот так вот. Это сюда. Что у нас еще-то? Так, это сюда. А это сюда. Хотя вот это вот так поместим. Хотя какой-то порядок будет. Нормально все. Сгруппировали. Во, отлично. Ну да, он, в общем-то, у нас там внизу находится. Нужно будет сбить эти вот. Ну как вот это сделать еще? Это не очень удобно. Без снайперской винтовки. Так, отлично. Придется постараться, думаю. Хотя, конечно, попробуй еще попади по этим. Держись. Только по ней не попасть вот. Поговорим о предсмертных переживаниях. Эшли, уходи оттуда. Вот так сложновато будет там их там всех пистолетами-то отразить, чтобы ее не утащили. Жопа тебе, жопа. Попу твою противную. Так, еще кто-то будет, да? Давай, убегай быстрее, все, по-моему, нет? И тот еще. Давай. Вперед. Молодца, красавица. О, еще прибежали. Еще двое. А патрон мне конь. Ух ты! Ух ты, зараза! Так, плохо дело. Надо использовать аптечку. Так, против давай Леон, зараза, исполни.
Че, патроны кончились пистолета? Придется все-таки тратить снайперскую винтовку. Ну, в общем, постарался. Конечно, вот с такой разницей пропади еще. Патроны-то сэкономим. Ну ладно. А, блин. Ну, блин, что-то прицел так шатает. Фух, повешенный попал все-таки, слава богу. Беги отсюда, беги давай. Куда-нибудь. Ключ нашла. Молодец. Давай, беги быстрее, 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 чтобы тебя там никто не схватил. Фух. Да уж. На вот этот хардкор. Фух. Чуть по ним не попал. Повезло, конечно. Слава богу. Нужный момент. Так, что у нас там? Что-то взять-то? А. Шпинельку потом отдадим. Леону. Теперь, в общем, поиграем за Эшли. Так, а птичку? Не помню, что им там есть. Интересно, нет? Вообще пусто. Надо будет сохраниться на всякий случай. Будет. Обязательно. Чтобы потом все это заново не делать. Фух, так, сохранились. А теперь, в общем-то, будем играть за Эшли. Будем пытаться кота выжить от этого гада. Закидать. Так, давай по-быстрому. Давай. Фу, только бы ее не задел бы еще вот огнем-то. Давай, давай быстрее. Получай. Так, ждем, когда поближе подойдет. Давно, конечно, не играл. Так. Давай-ка. Получай. Хватит тебе на троих-то. Раз. Что ли? Наконец-то. Фу. Этот напряг был, конечно. Так, а я там ничего не забыл? По-моему, там все забрал-то. В прошлый раз. Или что здесь, может быть, я не взял? Ладно, потом. По-моему, тогда все забрал. Так, птичку берем. Пригодится. Скамируем сейчас ее. Вот так. Хотя бы какая-то аптечка будет. Что ли? То, конечно, торгов здесь. Ну, так-то, конечно, ни с кем воевать-то не придется. Мы можем кто-то этих закидывать только лишь. Подсвечниками. Придется только лишь. И все. Так, отлично. Так что будет очень сложновато сделать. Вон там один засранец. Прячется. Получай. Сразу же с подсвечником. Так, у меня там трое, надеюсь, подсвечника, да, три. Если уж попроще будет, чем там-то. Давай, иди сюда. Поближе. Поближе, поближе. Получай. Так, и последний раз. Да, тебе будет попроще уже попасть. Он с хрен попадет. Хотя, может, попадет. Сдохни, наконец, что ли ты. Трех раз даже это раз тоже хватит, отлично. Фу. Так, берем писеты. Может, конечно, в этот раз сохраниться, быстро вернуться обратно. На всякий случай просто. Так, первый рычаг и второй. Фух, отлично, все. Надо, думаю, все-таки вернуться будет сохраниться на всякий случай, чтобы все потом мне это заново не делать. Лучше так сделать все-таки. Пока есть такая возможность. Не рисковать. Отлично, еще 7 минут, в общем, заняло все это. Побежали.
Так, так, так. О, отлично, это вовремя. Так, смешать можно будет. Потом, наверное, дать, может быть, думаю, аптечку это Леона. Так, может, сейчас... Хотя, по-моему, сюда пока нам не надо ходить. По на обратном пути сходим. Ну да, идем наоборот, туда нужно будет идти. Немножко запутался. Так, шпинелька. Так, записка. Записка слуги Салазара. Так, знаю, что сэра Рамона Салазара нет семьи, лорд Ладдер воспользовался его безграничной верой в Лос-Лиминадос и говорил снять печать с Лас-Планос, наложенную одним из его предков. Сэр Салазар никогда не сделал бы это, если бы ему не было бы, если бы ему было больше известно о прошлом. Нужно было раньше догадаться о грязных планах лорда. Вина за все происходящее лежит и на мне. Я не знаю, что отзывает от лорда, но доверчивостью сэра Салазара просто воспользовались. Сейчас слишком поздно что-то предпринимать. Лорд Садлер уже освободил Лас-Планос. Когда паразит становится верослособью в теле человека, пути назад нет. Паразит Лас-Планос не погибнет, если пока жив его носитель. Исцеления от него нет. Возможно, мнение сэра Салазара о планах лорда было ошибочным. Сейчас уже сложно что-то сказать. Я ничего не смогу с этим сделать. На протяжении многих лет я служил семье Салазара и буду служить им до конца своих дней. Так, понятно. Черная записка. Считали так. Что это диск? Так, это нужно будет помочь это вставить. У нас пока этого нету. Потом найдем. Ох, в общем-то, в этом месте придется черту-то тихо, в общем-то, рыцарь уворачиваться. И плюс ко всему, придется всякие головоломки разгадывать. Так, аптечка, отлично. Так, это надо будет сдвинуть. Все там будет, конечно, вот эти все эти нажимать кнопки. Открывать. Так, здесь пока закрыто. Так, это у нас не открылось. Так, отлично, открылось. Зато это открылось. Угу. Так, берем-ка вот это. Пригодится. Как раз в одном месте. Так, отверг кнопку. Теперь это открылось. Так, это не закрылось, слава богу. Так, ну теперь на эту. Снова. Ну, это пусть закрылось, ладно. В любом случае, мы сможем дальше продвинуться. Хотя бы. Так, берем камешек. Отлично. О-хо-хо-хо. Нас будем будет пинать кнопки, в общем-то, ворота. Кютые. Потому что все здесь они как раз будут присутствовать. Но это пока только лишь. Не будет, ничего не будет происходить, пока мы эту головку не там одну не разгадаем. Чертовы эти рыцари. Как их ненавижу. Кажется, сейчас я оставляю единый символ, точно сказать нельзя. Так, будем разгадать пазл. Старый добрый, который помню, такой подобный пазл был, по-моему, еще в одной игре, старый очень, который назывался Фантастический Дизи. Там нужно было играть за яйцо такое, живое, которое звали Дизи. Такая довольно такая интересная игрушка, по-моему, на Sega, на Adventure была, на... Блин, компьютер, по-моему, тоже присутствовала. Старая игрушка. Так. Символ. Так, символ, символ, символ. Так, 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 так. Хотя я довольно простой, конечно, символ. Все. Ну, вот так вот. Все, все лишь нужно... А здесь, в общем, так сделать все было. Довольно простая головка. Нужно больше только повернуть там одну. В общем, все было так видно. Чертовы рыцари. Так пробуйте встать еще. Хотя сейчас они скоро встанут. После того, как мы возьмем.
Так, и пока стоят. Колечко можно взять покойника, не торопясь. А вот только это мы возьмем. Сейчас рыцарь появится. Так, сундучок. Да. Берем вторую часть. На бутылку надо дать. Извините, рыцари. Мы побежали. Ох, сейчас готовиться надо будет. Сейчас придется вот уворачиваться. Ох, блин, я не успел. Так, херово, конечно, мне там сохранение-то не сразу. Сейчас будет, наверное, много смертей. Уворачиваться, конечно. Надо еще успевать нажимать эти клавиши. Ох ты, блин. Ой, вы осторожнее там вообще нападайте. Ой, сколько смертей-то будет, этих воротов чертовых. А, хоть, конечно, я выжила. Так, надо быстренько аптечку использовать. Хотя, сейчас явно нужно придется уворачиваться. Ох ты, блин. Еле-еле как-то уворачивался. Черт их дери. Придется все-таки аптечкой пользоваться. Леону мы еще этого ничего не дадим. Ох ты, блин. Ох, черт такой, не срабатывает мне что-то. Ох, сука, здоровье-то. Фиговая ситуация, конечно. Бежать к шуму от этих рыцарей, ну вот. Ха-ха-ха. Криво получилось, конечно, ворачиваться. Очень криво. Да уж, чуть-чуть здоровья-то. Ну ладно, плюнул-то, по-моему, так много аптечек, так что ничего. Это нам будет. Чуть-чуть, конечно, ворачиваться, это я... По-моему, тогда все-таки ворачивался. Здесь что-то никак не получилось работать. Ну ладно, как получилось, так не получилось. Что-то переделать. Старался, чтобы все кнопки нажимал быстро-быстро, но что-то эти, конечно, с этим КТЕ в данной части. У меня, конечно, плохо довольно все. Леон! Эшли! Эшли! Молодец! Извини, если я была немного... Все нормально. Нам пора уходить. Все, конец главы, 3-4, да, что-то быстро глава закончилась. Ну да, вот одна смерть у нас была в итоге, 10 смертей уже, точнее одна смерть в общем-то в этой главе в итоге, 10 смертей уже вообще за всю игру. Ну хотя бы столько мне там было смертей в Resident Evil Revelation с первой части, 38 смертей в итоге было, все в всей игре, которую уже полностью записал. Ну да, это, конечно, пока еще маловато. Меткость 4%, убитых врагов 11%. Так, в итоге 62% меткости, врагов 44%. Ну ладно. Так, в общем-то, увидимся, думаю, таким образом новой серии. Прохождение игры Resident Evil 4. Серия по номерам уже 11, где будем проходить главу 4-1. А это пока что все. Если вам видео понравилось, если хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки. Обязательно оставляйте свои комментарии, свои мнения, точки зрения, свои советы, свои впечатления, свои пожелания еще будут в прохождении. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорых встреч. И всем пока. До скорых встреч.